51-й серии турецкого сериала «Запретный плод» Эндер бросила в адрес Шахики очень серьезное обвинение, и такое обстоятельство сильно накаляло обстановку в доме. Эндер прекрасно понимала, что она любыми способами должна оказать помощь Илдыз, ведь только так Эрин был в полной безопасности. Несмотря на то, что Илдыз и Эндер объединили свои силы и стали одной командой, им было слишком сложно бороться с такой сильной соперницей, как Шахика. Шахика осознает, в каком сложном положении оказалась, ведь теперь у нее появились два врага, и с ними справиться будет совсем непросто. Она готова справляться со всеми трудностями и будет делать все возможное для того, чтобы выйти победителем из этой коварной битвы. Хоть девушка вынуждена бороться с накопившимися неприятностями в полном одиночестве, она не собирается просто так сдаваться. Халид никак не может поверить в то обстоятельство, что Йылдыз ждет ребенка от него, и он сомневается в своем отцовстве. Но если же это окажется правдой, то мужчина намерен забрать у нее своего ребенка. Эндер узнает о том, что ее подставил таким жестоким образом Егид, но она никак не может отравить собственному сыну жизнь и отправить его в тюрьму. Женщина должна будет принять сложное решение. 51-я серия выйдет 30 сентября на канале Fox TV. Приятного просмотра и не забудьте подписаться на наш канал.